Так, девчонки, меня зовут Татьяна, консультант компании BIC. Так как у нас объединение с Faberlic, поэтому мне пришлось заказать продукцию Faberlic. Я же должна попробовать, правильно? И вот это вот один из трех видов гелей для очищения туалета. Есть, по-моему, синенький для очищения туалета Faberlic. Затем есть 3 в 1, что-то там с лимончиком. И вот это вот, это считается биогель. Ну, как бы считается экопродукцией. Для жесткой воды, эфирные масла и так далее, с натуральным хвойным ароматом. В общем, что хочу сказать, девчонки, я, конечно, поражена. Очищает хорошо унитаз, удаляет желтый налет, все, но аромат, аромат таким резким, хвойным привкусом каким-то. Когда заходишь в дом, аж бьет в голову вот этот вот хвойный запах. И плюс он очень разъедает кожу. Я до того привыкла к натуральной продукции BIC, что вообще отвыкла от перчаток. И все мою, убираю все без перчаток. А здесь, ну, как бы тоже, думаю, биогель, значит, должно быть натуральный хвойный состав. Но когда начала пользоваться, начала мыть крышку унитаза, всю вот эту сантехнику, раковину и так далее, у меня очень сильно защипали пальцы. И прям, знаете, такое вот окисление пошло. Как вот тут написано, биокислота. Вот эта биокислота мои пальцы чуть не съела. Ну, в целом, хорошая продукция, ничего не скажу. Но нужно, конечно, еще себя защитить от этого биогеля для очищения туалета. Здесь, по-моему, 500 мл, что-то тут не написано. Называется Greenly. Многофункциональный биогель. Ну, многофункциональный, наверное, потому что не только для унитаза, можно еще помыть и раковину, душевую. Вот. Ну, конечно, девочки, используйте маску, потому что очень едко, в глаза прям сильно бьет. И, естественно, перчатки. Желательно перчатки что-то такое типа потолще, не тонкие. А в целом нормально. Вот. Всем пока-пока.